хотим показать, как мы представляем Казахстан будущего. Мы, как любители футбола, хотим, чтобы в 2030 году было так. Ура, Глеб, подтвердили. Купил билеты на чемпионат мира по футболу. Наши с полуфинале с Англией играют. А где будет проходить? Да на новой арене же построили Табол-арену, вон, недалеко от нас. На 30 тысяч мест. Дай пять. Наконец-то. Тем, что при любой опасной пандемии было так. Мама, ты слышала? Опять вспышка вирус. Не переживай, сынок. Наши ученые разработали новое лекарство от него. Так что, если что, выпьем пару таблеток. И все. А самое главное, мы хотим, чтобы наших пенсионеров волновал только один вопрос. Бабушка, а что ты делаешь? Да вот не можем выбрать, где отдохнуть, в Италии или в Испании. Мы верим в наш Казахстан!